Также тут имеется такой же функционал. Мы можем добавить кастомный сюда товар. Да, какое-то название даем. Категория отображается, название и какой шаблон. Да, можем очистить информацию, но мы добавим сюда информацию. И товар добавляется. Также можем добавить все продукты из этой категории овощи, список покупок. И, соответственно, обновляется информация. Также можем добавить товар в список избранных. И также обновляется вся информация. Можем удалить все товары из этой категории, из данного шаблона. Кликаем по корзине. И все, сообщение вышло, что товаров нет. Счетчики обнулились. Выходим назад.